Корах, мы говорим про Корах, а Корах он человек с такой, такой место на почетной доске, что есть даже определенный запрет не бить как Корахом. Лотия как Корах водался, не бить как Корахом. Да? То есть он такой человек, есть люди, которые мы воспоминаем им всегда на благо, на Моше Рабейну, Давида Мелеха, есть люди, которые, когда мы напоминаем их имена, Корах, о, он такой, который у него есть определенный запрет. Вот есть запрет про, только про него, нет такой запрет про другой человек. Не бить как Эсавом, не бить как Лаваном. А про Корах есть отдельный запрет, не бить как Корахом. Да? Что такое, что, как страш, что ты страшно, что Корах сделал? Корах сделал махлойкес. Корах сделал конфликт внутри еврейского народа. Нет никаких хуже опасности для еврейского народа, чем махлойкес, чем конфликты. Мы знаем, что Месилат Йешарим, он говорит про много уровней, как человек поднимается на уровни бить зарис, потом зигирус, потом никиус, тарот. И одно из уровней, по которому говорит пациент, это хасидут. Что такое хасидут? Бит хасидом. Что значит бит хасидом? Хасид говорит месье Сишом, он повторяет этот момент очень много раз. Хасид делает больше, чем обязан. Есть закон, то, что закон обязан человек, а есть больше, чем то, что обязан закон, он это делает. И он говорит об этом очень широко, он расширяет эту тему, что значит. Но он говорит, что самый тяжелый момент бит хасидом, это называется мишкал хасидут. Мишкал – это весит хасидут. То есть не всегда бит хасидом – это правильно. Не всегда надо устражать, иногда не надо устражать. И он приводит там одну пример, очень интересный пример. Мы знаем, что в трактат Брахот есть махлокет бейт Хилел, бейт Шамай, как надо говорить Шма, вечерний Шма. Надо обязательно лежать, когда говорит Шма, или может стоя, или сидя. Был махлокет бейт Хилел, бейт Шамай, бейт Хилел говорит, как хочешь, как можешь говорить. Бейт Шамай говорит, нет, утром так, вечером так, обязательно надо в какой состоянии говорить Шма. Рабби Тарфон говорит, однажды я устражал и делал как бейт Шамай, и меня вот еле меня спасли жизнь, бандиты пришли, и мне было опасно. И им сказали, Рабби Тарфон сказал ему, то есть это подходит тебе, это право, на что ты опасался. Почему? Потому что ты нарушил слова бейт Хилел. Спрашивает месье, что значит нарушил слова бейт Хилел? Я устражал, как бейт Шамай, что еврей не может устражать, еврей не может делать больше, чем обязан. Это же хасидут. Я объясняю месье Йешарим, что очень много лет страдал еврейский народ из махлокет, из спорей между бейт Хилел и бейт Шамай. Стали два школы, и не только два школы, как будто разделил народ. А потом приняли решение, что Аллаха будет как бейт Хилел. То есть приняли решение, что Аллаха будет как бейт Хилел. А вдруг приходит Рабби Тарфон, мудрец, его уважает, и он делает как бейт Шамай. Опять возникается этого, вот, пробуждается этот спор, который был, этот конфликт, который был и который только что закончил. Очень интересное объяснение, как объяснить эту историю с Рабби Тарфон. То есть, говорит месье Йешарим, иногда бит хасидом – это неправильное решение. Вот этот случай, в этой ситуации надо было делать как бейт Хилел, чтобы показать, да, мы этот конфликт закончили. Между бейт Хилел и бейт Шамай всегда был мир. Все равно Талмуд рассказывает, как даже когда у них были страшные споры про запрещенный брак и запрещенные связи, все равно они сделали шидухи между ними, они женились между ними, хотя у них был спор про в отношении с кем можно жениться, с кем нет. Но все равно был какой-то период, что был разрыв между еврейским народом, внутри еврейского народа, конфликт. И это только что закончилось, и ты хочешь быть хасидом, здесь не надо быть хасидом. Здесь не надо, здесь надо делать, как бейт Хилел. Не надо устражать. В своей книге «Атара ла-Мелех» Авром Пам, светлая его память, глава Ишивы Тора Ведас, он приводит еще примеры к этому, когда вот мы видим, что иногда устражать – это неправильное решение, бит хасим – неправильное решение. И он приводит пример из закона Рошана, трубление шофар и бит хазаном Рошаном Кипом. Мы знаем, что как написано в Шулхан Арух, и Рамо приводит, что надо искать человека, который достойный быть хазаном, быть кантором на Рошаним Кипур. То же самое есть в отношении трубления шофар, марамшик, что тот, который трубит шофар, он должен быть достойным человеком. Если есть два варианта, берут человека, который меньше талмид хахам, меньше цадиком, или человек, который больше, более богобоязный, тогда лучше, конечно, выбирать человека, который богобоязный, это будет заслуг для народа и так далее. Мишлебур там добавляет слова. Но это только если не будет конфликт. А если будет конфликт, это все не важно. Все не важно, там идхахам, цадиком, больше, меньше, это. Есть конфликт из-за этого, все забывает. И говорит Мишебур, что если ты
тот, который тебя выбрал, потому что ты больше цадиком, ты больше Талмид Хахам, ты больше богобоязный. Но ты знаешь, что из-за выбора, что они выбирали тебя, вот, он обидится и будет конфликт, что половина община будет голосовать за него, и половина... Лучше не молиться. Ну, лучше не молиться, лучше оставь этого почет бит хазаном, и это тоже правильно, по Аллаха бит... Нет, лучше не, потому что за это будет махлокет. И в этой ситуации не надо это делать. И он приводит еще другие примеры. Я слышал однажды историю, что была история в Венгрии, во время, когда жил великий Ребе из Мункач, Минхасалозер, светлая его память, он в 30-м году скончался до войны. И были какие-то истории, что один человек в одной из местечек, там было маленькое местечко, там был свой местный раввин, и были люди там, которые всегда хотели показать, как раввин не такой, не знает этого, да. И один человек там был такой же, главное это команда. И однажды пришел домой и видел, как же женщина готовит курицу, и он понял, чуть-чуть знающий был, он понял, что там с курицей какой-то не супер кошерный, что там какие-то проблемы есть. И он спросил жену, а что, это же вопрос, надо спросить раввина. Говорит, я спросил раввина, раввин сказал, что можно. Я же все спросил раввина. И он понял, что это такой, который, тяжело это облегчить в этот вопрос. И он прямо взял эту курицу, ближайший большой город был Мункач, и он говорил, вот, прямо вышел на улицу, сказал люди, вот, видишь, наш раввин, он кашировал вот эту курицу, видишь, какой-то вопрос есть по кашруту, и наш раввин сказал, что все можно. А как так может быть? Я пойду сейчас к Минхасалозу, к этому раввину из Мункач, я буду показать, что, как он не прав. И он начинает бегать туда из сопровождения уже его тоже хасидов. Вот все пошли, чтобы показать. Минхасалозу будет доказать, кто здесь наш раввин и кто не наш раввин. И он прямо вот зашел туда, в дома Ребе из Мункач. И вот прямо положил на стол, вот на столе, вот эта курица. Говорит, Ребе, это можно или нельзя? И Мункач Ребе смотрит, Мункач Ребе все был известный как человек, который очень устражал, очень сильный устражал во много вопросов. И он смотрел на эту курицу, видел, вот как собирал вот так людей, сразу понял, что здесь какие-то бунт есть, не просто человек, который хочет знать, кошерная курица или нет. И сказал своей помощнице, говорит, дай вилку, пожалуйста, вилка, дай, пожалуйста. Он дал его вилку, вот, взял кусок из этой курицы и вот с большим громко браха говорит, шакол не ебет ворой, съел курица. Все, закончил вопрос. Кошерный, не кошерный, сам Ребе кушал. Все ушли, успокаивался, все ушли. И его габай сидит, говорит, Ребе, слушайте, эта курица может быть кошерная, не знаю, но супер кошерная. Это глад кошер, конечно, это не будет. Я даже я знаю, что это не глад кошер. А ты же, Ребе, всегда устражаешь. Как ты позволяешь себя? Вот возьми вилка и прямо покушал этого курица. И он сказал, наедешь, он говорит, а меншинс флайш из глад кушер. Потому что от человека, плод человека, тоже басар, да, тоже мясо. То есть мясо человека, это да, супер кошерно. То есть можно съедать. Я понимаю, что он не просто спросил вопрос. Я понимаю, что он хочет что-то делать против другой еврей. То есть конфликт. Вот это можно делать против раввин и против этого. Да, хасид, надо устражать курицу. Но я понял, в этот раз надо курицу это съедать. Это наоборот, надо успокаивать здесь. И не надо было устражать. То есть поэтому, вот так говорит Рафам, и так словами Сил Сишон, как человек решил, что в какой-то момент надо устражать. Это очень важный момент. Конечно, это правильный момент. И человек всегда должен ищить возможности устражать и поднимать себя на уровень соблюдения заповедей. И что больше соблюдает, и больше устражает, чтобы не нарушить никакие запреты. Но человек должен мешкал ахасидут, самое главное, чтобы знать, когда да, а когда нет. Иногда мы что-то устражаем, мы что-то делаем. Вот. Больше соблюдаем, а кто-то страдает, это уже не важно, это уже не стоит. И все твои сражения, это не нужно Всевышний, это не называется хасидута. Да, что мы всегда достойны было и понимает, когда надо устражать, когда не надо устражать, тогда возможности ищет и найти, приближать Всевышний, приближать соблюдение его заповеди полностью и как он захотел. Шаббат шалом.